Хвостатые! А ну-ка, все поздоровались. Ай, молодцы, молодцы, дорогие друзья. Дорогие подписчики, всем гигантские приветы. Ребят, сейчас будем кормиться. Вы пока подождите, вам пока нужно будет его уборочку сделать. Пока вот быстренько покормлю кормящих мамаш. Так, ребят, в нашем, значит, пушистом санатории сегодня, значит, на завтрак сейчас. Вот у нас сегодня завтрак, значит, творог, кефир с добавлением фарша, друзья мои. Вот так, с добавлением фарша, вот, пожалуйста. Вот малышарики, вон они, малыши зефирки остались с нашей Люсенькой, друзья. Вот, молодец, вот уже хорошенькие какие бутузики, хорошенькие. Ой, молодцы, молодцы. Молодцы, все молодцы. Вот они вот такие. Красавцы, красавчики. Так, давай, Люсенька, кушай. Приятного тебе аппетита, да. Хорошо. Кушай, Люсенька, молодец, молодец. А эти друг на дружка залезли вон. Ага, смотрите. Еще глазки не отклевают, еще маленькие, ну уже такие, тут бутузики, хорошенькие, да, хорошенькие все. Вон черный лег на пару щенков своей попкой. Так, давай, Люсенька, ты как бы кормящая мамочка, тебе кисломолочку нужно обязательно, там нежирный творог, кефирчики, вот мы фарш добавили. И сейчас также покормим зефирку. Молодец. Бархан и барон у нас покушают хаш. Молодец. Хорошая мамочка. Хорошая. Ой, эти бутузенькие вы. Бутузьки маленькие. Маленькие бутузенькие. Холесенькие. Да, холесие все, да. Ну. Ну, давай покричи, мамка. Ну, потихонечку глазки открывают. Уже вот черненький, гляньте, вот. Вот он уже вот, вот глазки открывает. Ой, какие глазки у нас черные. Вот эти холесенькие, да, холеси, все холеси. Уже глазки пооткрывались, смотрите. Угу. Вот эти какие глазенки у нас, вот эти какие глазенки у нас. Вот молодцы, да. А вот этот какой ушастенький, видите, вот, вот он, вот. Ушастик. Лопоухий какой-то. Ну как, вкусно тебе, Люсь? Ну давай, кушай, дорогая, кушай. Молодец. Отлично. Ну, Люся молодец, очень хорошо за детенышами ухаживает. Молодец, Люсенька. Красопетка. Приятного аппетита, Люсеньки, да. Красавица, красавица папина. Очень хорошая мамка. Скоро будем пристраивать и щеночков, и Люсеньку. Ну, пока, конечно, рано об этом говорить. Но так, имейте в виду. У нас опять идет дождь, друзья. Уже мы так устали от дождей. Каждый день дожди. Каждый день дождь, и ночью дождь, и днем дождь. В общем, жесть. Ну, ничего, ничего. И это пройдет. И наступит солнышко, начнутся солнечные дни. Молодец, Люсенька, молодец. Ага. Пошла к малышарикам. Ну, давай, я тебя закрываю, пойду к зефирке. А ты пока займись малышариками. Вообще молодец, молодец. Ты лапочка папина, молодец. Аппетит хороший, дай бог не сглазить. Вот вкусные. Вот такой завтрак, полезный, прекрасный завтрак у нашей Люсеньки. И такой же будет сейчас зефирки. Красавица мамка. Друзья мои, не забываем ставить лайки и писать ваши добрые комментарии.
И, ребятушки, подписывайтесь на канал, чтобы нас становилось больше и было больше возможностей помогать нашим хвостикам. Подписывайтесь на наш основной канал Инеслам «Помощь животным». У нас, ребят, два YouTube канала. И подписывайтесь на оба канала, пожалуйста. На основном канале, конечно, больше видеороликов, больше информации. Так что подписываемся, ребят. Ну, кто с нами давно, не знают, но кто подписался только недавно, чтобы знали, что у нас есть два канала. И подписывайтесь на оба. Ладно, ребят, погнали к зефирке. Ребятушки, ну вот мы пришли в гости к зефирочке нашей, к зефирке. Зефирка, поздоровайся с командой. Нет, тебе некогда. Вот, пожалуйста, зефирка тоже трапезничает. У него также творожок, кефирчик и фарш. Так, зефирочка, как твои малышарики? Так, не ругайся, не ругайся. Вот где ее малышарики. Ой, она их переместила, перетащила, смотрите. Вот она их перетащила, своих кукурузинок, вот они. О, как спят маленькие, да. Ну, у них вон животы появились у всех, видите, да? У всех животы появились, надо им, вот ребят, вы писали, значит, убрать плед и солому, значит, постелить, да, ребят? Так что, наверное, сделаем, поступим сегодня таким образом, что выманим, значит, зефирку, достанем малышей и заполним им соломой будочку. Им будет и теплее, и не будут заматывать, не будет мамка их перебирать туда-сюда, а уже в соломе будет им хорошо. Что скажете, друзья, напишите еще раз по этому поводу, пожалуйста. Многие писали, чтобы мы им солому положили. Они были, когда маленькие, мы специально солому убрали, чтобы солома не попадала там в носики, в ушки. Но сейчас, я думаю, уже можно соломки набить. Так что напишите, пожалуйста, либо пока оставить их на полотенце, на пледах. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду ждать. Вот, пожалуйста, кукурузники спят. Давайте пожелаем нашим малышарикам в первую очередь здоровья, да? Чтобы они были здоровы, не болели, чтобы мамка-хулиганка, мамка-бандитка за ними хорошо смотрела. Вот, кстати, мамка. Вот мамка наша. Вот, мамка-хулиганка. За малышариками хорошо смотри. Кстати, Линдочка, между прочим, друзья мои, Линдочка очень хорошо начала дружить с собачками. Вот без скандалов, пока уже... Так мы ее переселили, пока без скандалов. Здесь вот солома есть, их можно даже в будку поменьше переселить, чтобы им было теплее. Вот в этой будке, здесь-то у нас солома есть, но, в принципе, нет, наверное, в будке побольше будет мамаше удобнее там поворачиваться, разворачиваться. Хотя здесь вот можно их и сюда переселить, надо будет подумать над этим. Как бы места есть, куда кого переселять. Здесь тоже, в принципе, будочка поменьше, им даже, может, будет здесь комфортнее. Ну, в общем, мы подумаем с Иночкой, и вы тоже напишите, пожалуйста, в комментах, как лучше поступить. Все-таки мы одна большая команда, одна семья, и пару мнений, и мы уже определимся, как лучше делать. Ну, везде нужны всегда эксперименты, но чтобы не делать лишних экспериментов, как говорится... Так что вот так. Конечно же, у нас уже у самих опыт не маленький. Но и вы, дорогие друзья, у вас тоже у многих есть хвостики, щенята, у кого рождаются. Так что вместе мы сила, друзья мои. Вот так. Вот они маленькие. Семеро козлят. Мамина козлятки. Смешные такие. Забавные, да, друзья? Ну, в общем, здесь мы подумаем, что лучше сделать. Обдумаем. Ну, здесь им, может, даже комфортнее будет ползать туда-сюда. В общем, подумаем, решим.
что и как сделать. Ну что ж, а пока сейчас пойдемте к остальным хвостикам, к барханчику, к барошке, да, друзья мои? Эти мои кукурузеньки маленькие. Да, мамины, ой, куда полез, куда? Ой, наверх хочешь, на самый верх. Угу. Забавные, да, такие забавненькие, да. Ну вот уже начали наедаться, вот двух же пересилищенков, эти начали наедаться, и уже такие вот, видите, и с животиками, и все. И Линдочку отселили, и мама меньше, значит, волнуется, и вот, пожалуйста. Ну, она сама по себе, видите, такая, видимо, когда ее выбросили, на улице жила, и пришлось все время защищаться. Ее тоже можно понять, конечно же, друзья мои. Ее тоже, не то что можно, нужно понять. Люсенька, как мы Люсеньку подобрали, она была, знаете, как бы, ну, свеже недавно выброшенная, еще не успела обозлиться, значит. А Зефирка уже такая, которая обозлилась на мир за предательство. Ну, потихонечку, вот видите, оттаивает, все будет хорошо, прорвемся. Ладно, друзья мои, погнали дальше. Погнали, мои дорогие. Эй, привет! Ну, привет, кожаный носик, давай поздоровайся с нашей командой. Поздоровайся с подписчиками. Ой, ты кожаный носик, приветик. Давай лапкой, давай. Давай, скажи всем привет, давай. Ну, давай. Ну как ты, рассказывай. Вот он, папин кожаный носик. Вот он, кожаный носик. Вот красавчик. Ой, ну как ты? Что, вот так, вот, здоровается. Молодец, мордочка, молодец. Ну, что скажешь? Все пучком у тебя? Давай, докладывай, утренний доклад. Так, друзья, сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста, здесь у нас вот барханчик наблюдает за процессом общения с бароном. И ревнует. А ну не ревнуй. Да, стой там и не ревнуй. Иди давай гуляй, сейчас будешь заходить и кушать. Давай, иди погуляй пока, бархан. Давай, сделай свои дела. И сейчас дождь идет. И сейчас я тебя буду заводить. Нельзя, нет, сюда нельзя. Нельзя в гости, нельзя. Нельзя, говорю, давай, выходи. Хочет в гости, нельзя. Не нервируй барончика, да? От малыш, вот так наш малыш лежит. У него пеленочки везде. И под попочкой, под писечкой. У нас дожди. И вот на пледике лежит малыш, вот так. Я ему еще один пледик, как подушечку сделал. Ой, вот так, вот, ну, вот так. Обрабатываем какие-то места зеленкой, конечно же. Ну, специальной термицином. Хорошая вещь с антибиотиком. Ну что, будем кушать, а, мой друг? Да? Ой, ты маленький, хороший парень, да. Давай, вот так, давай, лапочка, давай. Вот так кушать, молодец, красавчик, вот так. Ну, давай, подержу. Вот и молодец, давай кушать. Отлично. Бархан, не надо заходить сюда, сейчас ты тоже покушаешь. Молодец, дорогой, молодец, давай. Кушай. Пледик ему поставил, как подушечку. О, подожди. Не доглядел папка. Извиняй, дружок. Вот так. Молодец. Так, тарелочка нам еще нужна, дружище. Вот красавчик. Вкусненько, да? Вкусненько, скажи, папка. Ну, давай. Молодец. Папин мальчик, барончик. И бархан, и барон, конечно же. Папа обоих любит. Так что этот бархан постоянно ревнушки делает, а, барош? Что он там ревнушки делает? Ну, повыдумывал себе там, да? Все? Давай вот доедай там еще вот этих. Жалко. Вот как вкусненько нам, да? Вот так, ну, все.
Тарелочка пустая. Да, дружок? Молодец, хорошо покушал. Молодец, молодец. Молодец, хороший мальчик папин. По часулечке. Сегодня погодка не летная, так что будем с тобой здесь сидеть, комменты читать. Да? Ну, с барханом тоже, потому что он ревновать будет. Ты же знаешь, что будет застигнут, там за стеночкой топтаться будет. Топтаться будет, возмущаться будет, да? Вот так, почищу за ушечкой. Вот так, да. Вот так, молодец, хорошо. Вот так, наши дорогие подписчики сказали, что вот так по часулечке тебе от них сделал. Это пока от них, не от меня. Вот так. Ох, очень наша гливка, очень наша гливка. Красавец. Красавец наш, красавец, любит вкусно покушать, да? Да, вот так, пять дал, да? Ты пять дал? Ты видел, сколько тебе комментов писали в прошлом видео? Кучу комментов, а ты все тоже ревнуешь, что тебя забыли, что все сейчас интересуются другими хвостиками, никто тебя не забыл. Ты видел, сколько тебе там добрых комментов, сколько тебе там лайков поставили, сердечек, поцелуйчиков. Так что, что ты ревнуешь? Все отлично, да? Ребят, Бароша, значит, всех благодарит, да, что его хорошо прокомментировали, пролайкали, закидали сердечками. Ага. А то начал он, да, вот в прошлом видео, помните, как он возмущался, что он никому не нужен, он старый больной пес, никому не нужный, все о нем забыли, никто ему доброго слова не скажет. Ну, зачем такие слова нужны? Не надо никого обижать. Все тебя помнят, все тебя любят, все за тебя переживают, всегда ждут, спрашивают. Когда мы тебя вдруг не снимаем на видео, то спрашивают, где барон, как наш любимый белый барон, белый медвежонок. Ну, ну ты видел, да? Так что ты никем не забыт. Вся команда, все подписчики тебя любят. Да, да, мой друг, так что все хорошо, слежи спокойно, отдыхай, да, все, уже взбодрился, видите, ребят, и настроение получше у него стало, все, да, он поблагодарит за то, что он не забыт никем, что ставятся и лайки, и все, все, все как полагается, и колокольчики с бубенчиками. Эх ты, жучара. Ну, здесь у тебя уже отбелилось. Я ему помыл, но особо не вымелось, но уже получше, побелее. Ох ты, лапка. Что ты эту лапу туда-сюда. Вот так скажи. Друзья, привет. Вот такой у нас кожаный носик. Играться хочешь. Ну, конечно, скажи, мне тоже скучно, скажи. Я хочу с подписчиками поиграться в ладушки. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Или бабушка была у нас? Ой, давай вот сюда, да. Вот здесь давай по часулечке, вот там. Вот горлышко, да, вот хорошо. Хорошо, молодец. Отлично, отлично. Я думаю, и сегодня тебя залайкают, так что не переживай. Все будет отлично. Да, вот так, дай пять, да. Ладушки хочет, ладушки, малышарик. Малыш папин, зяенька. Ой, дождик там, да, хороший дождик. Конечно, друзья мои, конечно же, в непогоду больным и стареньким, конечно, бывает похуже, да? Бароша, ну Бароша держится, да, Бароша держится, Бароша не будет сдаваться. А глазки, да, глазки какие у нас красивые. Давай, вот те глазки какие красивые, да. Главное не грусти, мой друг. Главное в нашем деле не грустить, хорошо? Грустить нельзя, нельзя грустить, нельзя. Все будет хорошо. Не грусти, самое главное, окей, дружок? Все будет замечательно. И солнышко будет, и все будет, и лето настанет. Мы еще с тобой должны поплавать. Я буду тебя держать, а ты будешь как-нибудь передними лапками барахтаться. Только смотри, не утони. Я шучу, не дай бог, друзья.
шутка такая. Папка будет тебя держать, ты будешь барахтаться передними лапками. Да? У нас еще все впереди. Саша, давай-ка. Никто не будет сдаваться. Правильно, друзья мои? Ага. Ой, ты выброжулька. Какой у нас выброжулька? Ты старый или молодой? Нет, ты старый, дедушка. Ой, нет, конечно же, ты молодой. Да, там, наверное, собачки тоже, хозяева с собачками смотрят. И, конечно, ты ищешь себе даму сердца. Да что? Кто смотрит Бороша, Бороша молодой, сильный. И он еще покажет девчонкам, да, дружок? Да, скажи, я еще покажу девчатам, на что способен Бороша. Ой, какой у нас мордашка. Какой красавчик, да, красавчик. Ой, по чесулечке, ага. Ага, что ты? Что чешется, у тебя ушко? Давай я сейчас почешу тебя, давай я сейчас голову подниму тебе и почешу. Так, друзья, давайте я сделаю ему по чесулечке и пойдем еще покормим бархана. Уже дождик усилился. Бархан, наверное, сейчас бродит по двору. Ему пофиг. Дождь, снег. Он бродит по двору. Заведем его сейчас тоже на место. Ну, бархан, приятного тебе аппетита. Да, добрались мы до тебя наконец-таки, конечно. Ой, сколько ты ждал, весь намок. Даже ходить за папочкой, да? Ай ты, боже мой, ай ты, лев. Ты же лев настоящий, ничего, Саша, подумаешь, намок. Обсохнешь. Ничего абсолютно страшного нету. Бархан тоже вот дали хаш, да? Давай, кушай, бархан, молодец. Угу. Оттуда вкуснее? Может, туда тебе на пол всегда кушать ложить? Не буду больше тебе класть еду в тарелку, хорошо? Приятного аппетита пожелаю нашему льву. Вот такой у папы лев. Просто красавчик лев. А ну где папень красавчик? Бархану, если ласковых слов не наговорить, его обида не проходит. Так есть. У тебя все сорта сыпится, бархан. Ну ты даешь, бархаша. Даже барон аккуратнее, чем ты кушаешь. А ты кушаешь, у тебя и слюни текут. И да, сыпется. Ух ты, будка. Не зря же ты будка, да? Ну, мамина булочка, заинька. Давай, ешь, приятного тебе аппетита. Расти большим и сильным. Вообще, надо будет тебе уже опять скоро курс банхарина тоже повторить. Для твоих суставчиков. Что в последнее время ты мне не нравишься. Ты слабенько как-то ходишь, так что не за весом, по-моему, надо последить. По-моему, надо тебе чуток схуднуть, нет? Друзья, что скажете? Молодец, приятного аппетита, барханчик. Это папин барханчик, папин лев, будочка папина. Ну как, вкусненько? Он даже молчит, только чавкает. Слышит только его чавканье. Бархаш на самер. Чав. Ай да молодец, ай да красавчик. Ай да папин лев. Мамина булочка, настоящая будка. Вот молодец. Ну что, поел? Давай, я тебя закрываю. Закрываю тебя, да. Ты будешь спокойно лежать и отдыхать. Будешь лежать, отдыхать. Кстати, друзья, у нас да, много новых подписчиков. Смотрите, пожалуйста, в плейлистах видеоролики о том, кого мы как и где спасли, друзья мои. И на канале, на нашем основном канале Инны Аслан «Помощь животным», там очень много роликов. Вот, кстати, за бархана, как мы его нашли, как мы его спасли, там очень много роликов. Так что проходим в плейлисты, смотрим, друзья мои.
чтобы вы лучше узнавали о нас, о наших питомцев, о нашем пушистом санатории. Так, ладно, друзья, погнали дальше. Пока он отвлекся тарелкой, пока он не чистит, мы сбежим. Закроем дверь и сбежим. Куль-куль, давай поздоровайся с подписчиками, давай. Куль-кулю, значит, положил свежей соломы. И вот, ой, потекушечки какие. И вот хочу за ним понаблюдать, как это он все будет сейчас себе делать так, как ему удобно. Ну, плевать, давай, вот камера, на, вот. Вот камера. Что ты будешь на камеру делать? На, дружок. Угу. Лисенок наш маленький лисенок растет потихонечку, да, друзья мои? Потихонечку растет лисенок. А что папа принес? А ну-ка, помимо соломы, давай. Давай. Ну? Бери, не бойся. Не бойся. Вот так кулькулька поснимаем. Не надо бояться. Это я боюсь, что ты не сбежал. А то как выскочишь, не дай бог, там собачки, не дай бог, поймаю тебе маленького. Вот такая вкусняшка для нашего лисенка. Молодец. Ну, это что-то новое, да? Это новая вкусняшка, тоже интересно, да? Ага. А кулькулик наш любит вкусняшки, ребят. Да, красавчик, да. Мордочка уже рыженькая. Сам пока серенький. Ну как, вкусняшка, тебе вкусно? А? Дружище, вкусненько? Вкусненько, давай ему вкусненько. Давай, ты вкусняшек кушай, я тебе сейчас водичку твою положу. Я водичку ему убрал, чтобы он солому свою пораскидывал, так как это ему нужно. Как бы сделал себе домик. Да. Вот такую вкусняшку папа дал своему мальчику маленькому, да? Своему маленькому карапузику. Интересная вкусняшка или ушка вкуснее была? Ну скажи, куль-куль. Давай. Куль-куль. Ой, смешарик. Ой, какой смешной. Ну что, ой, выброжуля. Гляньте на этого выброжулю. Ну, выброжулька. Играется, он сам себя развлекает. Типа твоя вкусняшка сбежала, и ты пытаешься поймать, да? Угу. Ага, вот она, твоя вкусняшка. Мы ее видим. Ага. Охотник, да, охотник, друзья. Он сейчас охотится за добычей, охотится, видите? Осторожнее, аккуратнее. Вот дает. Слушай, такой забавный. Так за ним интересно наблюдать вообще. Угу. Угу. И попой кверху. И так, и сяк. Ребят, кому интересно наблюдать так же, как и мне за лисенком, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ой, ты боже мой. Ой, выброжуля, какой ты выброжуля, а, Шурик. Куль. Что он делает? Кто-нибудь понимает, что он делает? Просто развлекает себя, да, наверное?
Я вообще не понимаю, что он с ума сводит. Это вкусняшка, он даже шустрее играет, чем, вспомните, с этим сушка, с кроличьим ушком. И на нас с вами поглядит. Слушай, ты что, заяц, что ли? Это ему так, видимо, вкусняшка понравилась, что он вот разыгрался, да? Ой, красавчик! Ну, молодец, молодец! Ага, там барон что-то возмущается, видимо, барон меня зовет. Сейчас я, бароша, приду. Подожди, у меня здесь вот развлекуха, сейчас я приду. Тут лис Шурик пытается нас всех развеселить. Как нам это остановить? Никак. Это дело не остановишь. Шурик, Шура, куль-куль. Ага, принялся разгрызать. Наигрался, значит, поразвлекал себя, теперь принялся разгрызать. О, о как. Это у него такая тактика. Угу. Шуркин. Угу, гляньте. Мощные зубки, мощные. Угу, уселся. Шурик, ну ты артист, Шурик, я тебе хочу сказать. Потихонечку мамка его приучает на, к поводку. Потихоньку. Ну, понятное дело, это все не так просто будет, конечно же. Но будем пробовать, конечно же, будем пытаться, да. Молодец, Шурик, молодец. Наигрался, теперь и пора, значит, добычу разгрызть. Это получается, типа он поймал добычу и вот, пожалуйста, лакомиться добычей. Ну, лис есть лис, хитропопы. Что скажешь, Шурик? В мультиках лисы всегда бывают хитренькие мы, хитропопые. Угу. Так раз и лакомство такое, знаете, и зубки почешет, и удовольствие получит. Красавчик наш, красавчик. Да, ну, друзья мои, что можно сказать? Его бы уже не было в живых. Скорее всего, его бы уже подавили бы собачки, ну, кто-нибудь, как бы. Думаю, что Шурика бы уже не было. Шурика, значит, там тоже послал Всевышний, чтобы мы ему помогли. Да, Шурик? Иначе не зря же мы его заметили и спасли, а не собаки его поймали. Так что не все в этой жизни просто так. Ничего просто так не бывает. Это мое мнение. Хорошо, Шурик, красавчик, красавчик. Да, красавчик, ты красавчик. Бесспорно. Не отвлекайся на хвостиков. Спокойненько давай. Наяривай, нажимай на свою вкусняшку. Угу. Угу. И на нас посмотрит, и вкусняшку. Шурик, ну пожалуйста, один раз сделай куль-куль-куль. Мы тебя все просим. Я на тебя обижусь. Ты только маме делаешь куль-куль-куль. Давай,
Куль-куль-куль-куль-куль. Друзья, давайте все вместе попросим Шурика сделать куль-куль. Давайте. 3, 4. Куль-куль-куль-куль-куль. Куль-куль-куль. Давай. Шурик. Куль-куль-куль-куль-куль. Это хулиган, а? Это мамин мальчик, это не папин мальчик, наверное, да? Ты только маме делаешь куль-куль. А нам? А папке? Угу. Ему некогда. Ага, закапывает. Типа это, говорит, я потом поем, а сейчас надо ему найти, куда бы прикопать. Но он понимает, да, что мы все видим. Но мы никому не расскажем, Шурик. Никому не расскажем. Это будет наш секрет. Хорошо прикопай, чтобы... Ага, носиком, носиком, чтобы никто не смог найти и стырить. А то у нас вон в нашем пушистом санатории сколько носиков. Каждый может прийти, да? Так, Шурик, дверь открытая. Ко мне близко не подходи. Я боюсь, и ты боишься. Ага, все, ребят. Все, добычу он прикопал. Он чуть, значит, отведал. Остальное, видите, как хорошо он прикопал. Мощь так. С горочкой, видите, да? С горочкой отлично прикопал. Все, теперь это никто не найдет. Только Шурик знает, где его клад. И только Шурик попозже перекусит. Найдет, откопает, значит, да? И перекусит. По-другому никак. А, там у тебя еще что? Нет, там же свежая слома, там ничего у тебя нету. Так, друзья мои, меня зовет, значит, Бароша. Пойду схожу к Барошу, спрошу, что он хочет. Ребята, вам большое спасибо, что вы всегда с нами. Дорогие подписчики, дорогая команда, быть добру, иначе нельзя. Не забываем ставить лайки и, конечно же, писать ваши добрые комментарии. Дорогие друзья, дорогая команда, вместе мы сила. Вместе мы сможем многое, так что все будет отлично. Все, Шура, значит, все припрятал, все нормально. Можем смело идти и болтать с Барошей. Друзья, всем пока, всем до новых встреч, дорогие друзья. Не бойся, не бойся. Ты что боишься, а? Ты что боишься? Я сам боюсь. Не выпрыгни, смотри. Не ходи ко мне близко. Куль-куль-куль. Ты куль-куль так и не сделал. Все, больше вкусняшку не принесу. Ладно, ребят. Пока-пока-пока.